50-летнего рецидивиста из Нижнего Тагила Марата Имашева, обвиняют в убийстве 35-летней Александры Иншиной. В июне прошлого года молодая мама была в одном из баров уральской столицы, но такси до Березовского вызывать не стала. Вместо этого она села в машину Имашева, тот предложил подвезти женщину. Рецидивист убил и надругался. Позже ее тело нашли в лесу вдоль Серовского тракта. После убийства Имашев забрал золотую цепочку Александры, туфли, телефон и банковскую карту. Извергу грозит пожизненный срок, но он признал вину лишь частично. Проведены необходимые экспертизы, в том числе, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта, которая показала, что он вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Задержать Имашева удалось по горячим следам. Сыщики уголовного розыска сразу проверили убийцу на полиграфе. Когда органы внутренних дел проверили его показания на детекторе лжи, стало понятно, что таксист пытается ввести в заблуждение и таким образом избежать наказания.